Счастья и радости не бывает много. Об этом лучше всего знают сотрудники Видновского перинатального центра. Начиная с 1 декабря всем новорожденным детишкам здесь надевают колпачки и кладут их в носочек. На сегодняшний день мы упаковали уже больше 10 декабрят маленьких подарочков для мам. Настроение, конечно, повышается. У самой тоже праздничное, чувствуется приближение Нового года. Во многих странах существует традиция складывать подарки в носочки, которые развешивают на каминах или у елок. Идея таким образом еще раз подчеркнуть ценность новорожденного подарка принадлежит главному врачу перинатального центра Тамаре Белоусовой, а называют таких детишек декабрятами. Они приходят за новорожденным ребенком, а тут им в подарочек декабрянка выносят сразу после родов. Ну, это классно, это красиво, это празднично. Мы, на самом деле, наряжали с середины декабря до середины января, а сейчас вот уже в ночь на 1 декабря стали наряжать декабрят. И, наверное, до середины января будем новогодние праздники продлевать. 1 декабря первые в очереди на выписку оказались Алевтина Турукина с мамой Татьяной. Встречают их папа с двумя сыновьями. И для них, и для мамы праздничная одежда ребенка оказалась сюрпризом. Очень приятно, и действительно, такой снег еще за окном сегодня, и ощущение сказки сразу появилось, помимо самого праздника выписки. То есть вы нам сейчас подарили какое-то новогоднее настроение. Татьяна и Игорь давно мечтали о дочери, и, как оказалось, в последние дни в семье Турукиных исполнилась не одна мечта, а сразу несколько. И в прямом, и в переносном смысле они сейчас на пороге новой жизни. Когда мы познакомились только с Татьяной много лет назад, 10 лет назад, я говорил еще 10 лет назад, что у нас будет дочка, давай ее назовем Аля. У нас был один мальчик, второй мальчик, теперь все-таки третья дочка, мы назвали Аля. Алевтина. У нас еще и новоселье случилось тоже. Мы переехали в такой дом мечты, поэтому, конечно, у нас все сложилось наилучшим образом. И у нас гости, и родственники, сегодня всех ждем. Недавно в Видновском перинатальном центре отметили рождение 5-тысячного ребенка. Медики планируют, что до конца года число рожденных превысит отметку в 6 тысяч детей. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.